Meaning without you. Some quiet evening I sit by your side. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить BioShock Infinite, дополнение Burial at Sea. И мы продолжаем двигаться к своей... Ого, какая тень на пистолете. Мы продолжаем двигаться к тому парню, который обладает замораживающим плазмидом. Плазмидом, он нам необходим. На самом деле... Ого. Откуда у тебя это? Как я мог это проглядеть? Не знаю, Элизабет в этой части просто гений маскировки. Но там уже кто-то пришел. То есть плазмид, который заморозит воду, и мы сможем перебраться на другую сторону. Так, а там пассажиров уже хватает, да? Отсюда улететь бы прямиком вон туда наверх. И я даже не думаю, что сейчас нам нужно более-менее что-то заметило. Давай, родная. Иди сюда. Касатик, выходи. А ты меня не заметил, да? Ну, это печально для тебя. Где же ты? Что ж ты прячешься? Надеюсь, у него автомата нет? Нет, все гораздо прозаичнее. Тихо, секундочку. Ой-ой-ой, это очень плохо. Так, гипнотизер мне сейчас не сильно поможет, поэтому лучше бы куда-нибудь отходить. Как же я так, а? Фу, это было опасно. Ну да ладно. Так, кошка, отойди, кошка, не лезь. Короче, ладно, давайте я лучше посажу на стол, а то она будет сейчас просто меня терроризировать. You don't say, вы посмотрите просто, это же кошмар. Я боюсь этих рыбок. Ух, какая пасть, смотри. Так, ладно, пойдем. Что-то я запутался, отвлекся. Было опасно, но мы справились. Теперь мне что-нибудь покушать бы не помешало, чтобы восполнить жизни, но потом. Сначала мы должны разобраться с турелью, которая там находится. Все, и спокойно. Так, с автоматом у нас проблемы. Патронов не так, чтобы много, поэтому возьмем ручную пушку. Хотя тоже патронов маловато, но, по крайней мере, они мощные. Так, покушать что-нибудь? Нет? Насколько я понял, сюда нам заходить-то даже было не обязательно. Но здесь было слишком много всего крутого. Подожди, а там я был? Да, был. Здесь меня напугали. Так, местные не пришли. Хорошо, а как туда попасть? Работает. Ага, понял. Фу.
Хорошо. Ева, это нам поможет. А больше тут вроде ничего и не сделаешь такого особо, да? Давай прокатимся. Отсюда мы пришли. Там ничего нет. И вывод у нас... А вот, можно сюда пойти. Так, улучшение для плазмидов. Это в соседнем. А сейчас нам нужен, во-первых, аптечный набор. А во-вторых, боеприпасы для... для оружия. А вы боялись. Нет, 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 нет. Никакое не все. Да, я становлюсь рассеян. Но, по крайней мере, у нас тут есть сардины. А это все поменяет. И супчика чуть-чуть. Гипнотизер. Да нет. Им можно было бы турели, конечно, улучшать бы. Хотя давайте попробуем. А то что-то вообще деньги не трачу толком. Так, ну вообще сюда. Ой, кошка начинает играть. Сейчас, секунду. Секундочку. Кошка, иди погуляй. Не бойтесь, звук, наверное, был грохот, как будто я там швырнул. Нет, она просто спрыгнула. Ох, кошка просто начинает терроризировать. Ну да ладно. Ух ты. Looks like the plasma department is back that way. I'm sure we'd find something useful there. Мне бы на самом деле электрический. А вот шок жаки. Это тоже круто, потому что там внизу у нас можно будет закоротить одну дверку. Got a lock here. Sure thing. И она откроется. Got it. Какие огромные помещения. Не к чему прицепиться. А что если их прямо сейчас отсюда пострелять? Тогда они побегут, и я смогу от них отбиться. Живой, смотри. Так, ладно, а дамочка сейчас пойдет здороваться, поэтому давайте отойдем сюда. Ох, капец их там идет. Ну что ж вы, вашу же мать. Ну окей. На тактику вы мои не купились. Бежит, бежит. С Томпсоном, смотри. А нет, просто пистолет. Погодите, они там девочку что ли заперли? А, это песня была. Выпусти, выпусти меня. Показалось. Все разломано. А че? Ничего, очередная барная стойка. Вот че-че, а выпить они тут любили. Так, это кнопка. Монетки. Хорошо. Эволюционирую сегодня. Знаем, знаем, куда это вас привело в итоге. Чё-то не сильно хочу. А,
Три отмычки. А, давайте сначала проверим, что у нас там есть. Так, топливо это надо запомнить. Вдруг там тоже отмычки понадобятся. А тут довольно жидковато, да? Вообще, вот долго не играя в BioShock, забываешь о том, насколько это величественная и монументальная игра. То есть, это не просто очередной шутан, который отличается от других тем, что там, допустим, ты вместо россиян убиваешь китайцев, там, или вместо китайцев убиваешь талибов. Здесь реально огромный полет фантазии, просто дичайше крутой стиль всего этого. И по миллиметру проработанное помещение. То есть каждое, даже такое вот незначительное помещение, сделано здесь так, что похожего вы просто не найдете. И именно это делает эту игру одной, ну, помимо сюжета, конечно, мозгораздирающего, делает одной из главных игр не только года, а последнего времени вообще. Хорошо. Жаке, это круто. Why did Ryan lock up all of Fontaine's followers in a department store? He needed somewhere to put Fontaine's buttman. Why not shut down the competition in the bargain? But I thought Andrew Ryan was all about free markets and open competition. All those ideas lose their luster when the quarterly earnings come in and you find the other guys eating your lunch. Either way, Fontaine's dead. Такое ощущение, что они пробили этим сейфом. И он упал. Ладно, давай открывай. You can pick this. Okay. There. Хорошо, надеюсь, оно того стоило. Ну, Элизабет, подвинься. Так, по-прежнему продолжаем улучшать чит. Он мне очень сильно помогает. Когда чит будет более-менее нормальный, будем улучшать здоровье. Очередная запись. Тут закон будет на моей стороне, Райан. А, это Вайс. 10 ноября 58-го. Ты рекламировал плазмид Дед Мороз, сознательно скрывая, что он производит сухой, а не обычный лед. Прошел месяц, ледяная скульптура, которую мы в этом году установили в Кашмире, для празднования так и стоит. А в ней больше тонны. А за аренду кто до сих пор платит? Уж не ты, сукин ты сын. Хорошо. Хотя? Показалось, что что-то лежит. Хорошо, сейчас мы вернемся чуть-чуть назад. Тихо. Давай, родной, где ты там катаешься у нас, акробат? Он за мной прям. А, это Элизабет, икона мать. Так, хорошо, давайте мы спрыгнем, что ли. Подожди. Где ты, я тебя не вижу? Вот это вот Элизабет. Кто ж там ржет тогда? Тьфу. Странный парень. Вопрос на миллион долларов. Почему я не могу спуститься вниз? Давайте попробуем еще раз. Хотя нет, это я туплю. Это я просто туплю. То есть вот эти два уровня. Но я говорю, сейчас на самом деле уже 3 часа ночи. Я просто не могу оторваться от этой игры, но мозг уже подустал. Собственно, из-за этого и затупы. Так, вот и оно. Ладно.
порядке. Самый низ. Подожди, мы же тут были. Мы пришли вон оттуда. Я понял. Это нам, когда у нас появится Дед Мороз, мы сможем вот так вот по-быстрому спуститься сюда. Ого. Урон от критического. Появляется шанс. Окей, давай попробуем. Хорошо, отлично. На этот лифт мы обратно подняться не можем. Ну ладно, пойдем по лестнице. Загрузка, отлично. Короче говоря, похоже, просто маленько обдурил игру. И то, что нам нужно было сделать, видимо, по сюжету, мы сделали своими силами, с помощью просто обнюхивания каждого уголка этой игры. Что, в принципе, неплохо. Потому что интересно же все исследовать. Да ладно. По сути, мы недалеко ушли. А как ты поднимаешься, если ты говоришь, что тебе там внизу нормально? Странно. Хорошо, и сюда мы... А нет, тут все работает нормально. Неплохо так закрыто. Это нормально? Ну хорошо. Только не говорите мне, пожалуйста, что игра сломалась, ладно? Отлично. Ох, ненавижу местную технику. Чёртовы технологии. Ну и что мне делать дальше? Я не знаю. А реально сломалось. Давайте попробуем сейчас контрольные точки. Надеюсь, мы не очень далеко от этого места. Если далеко, то я просто на секунду прервусь и продолжим с этого же места. Короче, не без проблем. Да нет, нормально, мы прям тут поблизости. Why did Ryan lock up all of Fontaine's followers in a department store? He needed somewhere to put Fontaine's button. Why not shut down the competition at the bar? But I thought Andrew Ryan was all about free markets and open competition. All those ideas lose their luster when the quarterly earnings come in and you find the other guys eating your lunch. Either way, Fontaine's dead. Хорошо, вот теперь-то у нас все будет как надо, да? Или там эти парни пришли? На, получи. Жаль, что ты улетел, если я патроны хотел взять. Ну ладно. Так, ладно, что-то мне подскажет, что сейчас будет довольно серьезный бой. Любопытно. А если мы сразу сюда пошли, мы не могли бы этого сделать? Think you can crack this one open? Sure thing. Так, так, так. Цепляйтесь за аэротрассы. Шанс получить зимний щит. Возьмем. Done. Деньги. Деньги — это хорошо. В принципе, не могу сказать, что оно этого стоило. Да ладно.
есть вообще хоть одна игра, которую я не ломал, интересно? Так или иначе, ломаются все. Место очень подходит для боя, поэтому... Смотрите, сейчас кто-то наверняка вылезет. Он всех просто переморозил. Нет, мы, похоже, в следующей комнате с ним столкнемся, потому что там каток, а здесь просто раздача коньков. О, обожаю коньки. Обожаю коньки. Вот, кстати, хорошая вещь. Отмычечка. Ладно, хорошо. Вроде больше ничего, пойдем. Охладитель. Ой, что я делаю? Все никак не запомню, что здесь целится на другую кнопку. В общем. Да. Винтовка как-то странно. Очередями стреляет, я не знал. Хорошо, ладно. Идите сюда. Спрятаться особо негде. Кошка, япона, мать. И все, упала такая, типа, а, делай, что хочешь, не уйду. Очень вовремя, главное. Ну, ребята. Шоколадку, говорит, хочешь? Ты нервничаешь. Сапуха. Ну, блин, так отсиживаться тоже не особо. Да посмотри на него. О, спасибо. Так, вам понадобится... Кошка! Кошка, блин, эскейп нажал. Мне приходится не только с игрой бороться, но и... Да и по нам мать они там лупят. Да иди ты уже сюда, давай. Вот так вот. Так, одной проблемы меньше. Минус. Теперь берем Томми и вот так вот. Хорошо. Ох, плохо. Дают мне, конечно. Просраться эти товарищи. Элизабет, хватай пистолет, помогай. Кошка, что ты делаешь? Ой, как все плохо. Так, один патрон. Спасибо, на самом деле. Я бы без тебя пропал. Да что ты лупишь, как белый свет? Вернее, белый свет, как копеечка. Фух. Напряженненько. Так,
а сейчас, секунду. Вот, все, сама убежала. Точно. Когда-нибудь я ее прибью. Но не сегодня. А, представляете, как круто воевать со всеми этими товарищами, когда тебя просто со всей силы грызут в запястье. При этом перетянув провод наушников так, что ты сидишь со склоненной головой. Кошки — это круто. Заводите кошек. Особенно котята. Ну ладно, вернемся к нашим баранам. Конечно, хорошо. Really? That little old lock. Ready. Damn it, that son of a bitch drank every last bottle of Old Man Winter. I think I can help. Подожди. Oh, what was that? It's a new plasmid. Let's me bring in things that might exist, but don't. I'm not sure I understand. What's it called? Tear. Where'd you find that? You don't expect a girl to share all her secrets, do you, Mr. DeWitt? Ну, допустим. Хорошо. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Так, ну, обучение было прямиком из первого Биошока. Что еще у нас тут есть? Особо ничего. Сардины. Круто. Так, нам нужно здоровье. Тут меня вспоминает сегодня серия, как это ужасная просто. Кошка буянит, я тут икаю. Или икаю. Так, хорошо, снизу все заморожено же, да? Окей. Я так и знал, что здесь найдем что-то прикольное. Карабинчик. Ну вот, отлично. Так, здесь хватает патронов. Здесь вот так. Здесь вот так. Отлично. Маленько пополнили запасы. Винтовка странная, я думал, она одиночная, мощно стреляет. Да, в принципе, какого-то... может быть, это было ошибкой. Find something soon. All right. I know you're the client and all, but I've gone about far enough without a few answers. My purpose here is none of your concern. Consider me a means to an end. And why do I get the feeling I'm being set up? I told you I'm in collections. An account is in arrears. My clients simply want to see matters set to right. Don't make any sense, that's all. If you don't like the arrangement, the bathysphere's back that way. Ты же что-то знаешь о родном мне человеке, который пропал. Дочка, по-моему. Поэтому выбора у меня особого нет. Так, ладно, и вот теперь нужно на лифт. Я уже боюсь этих дверей. Ага, теперь мы можем работать с разрывами. О, самурай. Самурай? Что тут делает самурай? Давай. Пойду там. Свое фирменное. Ха-ха-ха.
Давай, давай, родной, давай. Вот так. Давай, самурайчик. Ты могёшь, я смотрю. Да и нормально. Ой, зачем я купил улучшение для гипноза, если совсем им не пользуюсь? Странно. Ну... Нет, не хватит денег на это. Вот это было бы полезно, кстати говоря. Будем копить. Но сначала нам нужно купить патрончиков. Денег это сжирает, конечно, мама, не горюй. Блин, там патроны были для карабина. Так, гениально просто. Ты тут? Элизабет? А, ты уже тут, господи. За меня встала. Красотка. Красавица. Что там было такое? Так, точно она. Япона, мать. Так, ну ладно, у нее есть. Хорошо. Sally's not your daughter. What's she to you? Why risk life and limb? It's part of the job. You owe me no explanation. She's just another orphan. After Fontaine went down, city was loud. And? I don't know. You have a reason for every stupid thing you've ever done? You started showing up, looking peaked. More fool me to feed the brat. Should have known she would never leave. How did you lose her? It's none of your business. Букер, Букер. Interesting. A lock. Wonder what they're hiding. Букер очень неплохой человек, но, как мы видели из BioShock Infinite, неплохие люди могут быть со временем становиться плохими, меняться. Ну, это небольшой спойлер, но если вы смотрите дополнение к BioShock Infinite, то я думаю, вы должны быть в курсе сюжета BioShock Infinite. Так, вот это вот, 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 вот это вот реально круто. Лисинка. Так, ладно, пойдем по дисперу. Хорошо, двигаем. Обожаю эти моменты. Это реально великолепно, очень весело, любопытно и интересно. Something about you doesn't sit right. Yes. Wouldn't peg you as the rapture type, not even a little. If you mean I have no interest in joining the Andrew Ryan book club, you'd be right. Just another set of fanatics with a different set of books. I gamble. What? You asked me how I lost Sally. I gamble. Took her somewhere a kid's got no business being. I was winning. A place like that, you don't let a kid out of your sight. But you did. Yeah, and here we are. But the million-dollar question is, what's she to you? I have an interest in reuniting you with her.
Isn't that reason enough? Let's hope Cohen was on the level when he said this is where we'd find Sally. I can only imagine what they would do with a child in a place like this. Cohen's halfway to Splicetown. Probably thought putting a child in prison would be high art. The sooner we find her, the better. Коэн, да. Кто-то еще поехал сюда. Папа's got all sorts of plans. Сестричка, да? Как я и думал. Хотя, может, еще и не успели. Sally, come out of there! I can't see her. Да нет, все-таки сестричка. This is schematic for the venting system. It shows there are more vents like this one in electronics, the bistro, returns, the book department, and the appliance show floor. So? If she's in there, there are only 6 vents she can come out of. Now there are 5. All these vents are connected to the central heating unit. If we close them off and turn the heat up, she'll be forced out through the central exhaust. It's the only exit. You want to burn her alive? No, we just make it hot enough to flush her out. You can't do that. Look, either we find her, or one of those splicers will. All right. Where are the other vents? Up ahead. Короче говоря, придется искать. Ну, давайте этим мы уже займемся в следующей серии, которая, как мне кажется, будет последней в первом эпизоде. Но посмотрим в будущем. Серьезно так. Развивается сюжетная линия, то есть мне стало интересно, кто такая Салли, и что-то мне подсказывает, что это как-то связано с Элизабет, ну то есть это капитану очевидно даже, что она как-то связана с Элизабет, и я думаю, не маленькая ли это Элизабет, и что это вообще, как это можно все понимать, не знаю, в общем, узнаем в следующей серии, надеюсь, вам понравилось, потому что серия была довольно странная, очень много странных событий с моей стороны было. А тем не менее, было, по-моему, весело. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.